Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это видео абсолютный 100% продукт placement. Я покажу вам товар, который будет продаваться в ближайшее время на платформе stylander.it. Это обувь местного производителя, который специализируется на производстве макасин. Совершенно точно преуспел в этом, потому что обувь действительно очень удобная. Я примерила каждую пару и могу сказать, что она подойдет для широкой стопы, такой как у меня, для стопы с широким основанием и также для стопы с вальгусной деформацией. Будут также, кстати, половинчатые размеры. В целом, производитель сказал, что и для узкой стопы эта обувь тоже подойдет, но для широкой стопы, на мой взгляд, обувь найти несколько сложнее. И в целом вся она ориентирована именно на широкую стопу, либо на широкую возрастную стопу и, возможно, на стопу с вальгусной деформацией. На сайте размещена очень удобная таблица от самого производителя. Вы сможете замерить вашу стопу, поставив ее на белый лист бумаги и, соответственно, отметив начало стопы и там, где она заканчивается. Потом вы можете замерить получившуюся длину и сопоставить ее с размерной сеткой. Имейте в виду, что эта обувь как будто бы большемерит, но, повторюсь, именно потому, что есть отсылка непосредственно к сантиметрам, то вы сможете без труда выбрать нужный вам размер вся обувь кожаная очень мягкая ровный и аккуратный пошив к швам вообще нельзя придраться кстати вот эта обувь она будет в двух вариантах это скажем так мужская обувь демисезонная, она рассчитана на узкую стопу, потому что она жесткая, и широкой стопе будет сложнее разместиться в подобной обуви. Поэтому, кто запрашивал обувь для узкой стопы, имейте в виду, что вот такие два варианта эти в двух цветах и также то, что будет представлено на сайте со шнурками, это обувь, рекомендованная для узкой стопы. На свою широкую я ее примеряла, и в целом мне тоже было комфортно и подошло. Абсолютным хитом продаж, я считаю, будут вот эти макосины. Они выглядят очень фэшн. Безусловно, это отсылка к знаменитому бренду, но это обувь, которая, безусловно, не является подделкой, а является обувью, вдохновленной обувью производства более известной марки. Также, кстати, как и эта модель, безусловно, вдохновлена моделью другого производителя, но, как вы видите, она очень сильно видоизменена, добавлена совершенно точно, очень комфортная стелька, и могу сказать, что эта обувь производится также на фабрике, где производится очень известный итальянский бренд, чья обувь в среднем стоит 500 евро, и эту обувь, кстати, я снимала внутри магазина, и именно поэтому я достоверно могу сказать, что эта обувь производится там же, на той же фабрике. От себя могу добавить, что я очень довольна, что этот продавец продается на нашей платформе. Продажи продлятся три недели. Я очень рада тому качеству, которое мы смогли найти. И также могу сказать, я очень рада тому, что на платформу мы смогли завести, что называется, акцентную яркого цвета обувь. Потому что наверняка, если вы смотрите мой канал давно, вы знаете, как сильно я люблю акцентную, яркого, красивого, насыщенного цвета обувь, и она тоже будет присутствовать. На этом я с вами прощаюсь. Мы ждем вас с Микелой на нашей платформе stylanter.it. До встречи!